Депутаты Тверской городской думы внесли ряд изменений в бюджет текущего года. Парламентарии перераспределили бюджетные ассигнования, направив их на строительство и ремонт целого ряда объектов социально-культурного значения и коммунального хозяйства. Подробности в нашем следующем материале выпуска. Почти 438 миллионов рублей получит Тверь в текущем году из вышестоящих бюджетов. Эти средства пойдут на целый ряд объектов. Среди них строящиеся в Южном и Юности детские сады, воинские захоронения, нуждающиеся в ремонте, а также школы. Особо стоит выделить сумму в более чем 323 миллиона рублей. Их направят на модернизацию акведука от Тверецкого водозабора до Дюкера-Восточного моста, а также на реконструкцию блока биологической очистки муниципальной канализации. Все это поможет улучшить качество водоснабжения горожан и экологию в целом. Экологические проблемы – это здравоохранение, демография. Поэтому власти города стремятся к тому, чтобы экологическая ситуация в городе Твери и вообще в регионе была положительной динамикой. И вот эти деньги именно направлены на будущее, именно направлены на здоровье нашего населения. Еще одним вопросом, рассмотренным народными избранниками, была передача участка, находящегося в новых жилых массивах микрорайона Южный, который возводится за торговым центром на Октябрьском проспекте. Владелец этой земли, компания «Микро-ДСК», решила безвозмездно отдать ее муниципалитету. «Микро-ДСК», владелец этого участка, не владеет всем комплексной застройкой в этом районе, а необходимо развитие дорог, которые как раз и внутренних дорог между внутри жилого комплекса. Парламентарии единогласно одобрили эту инициативу. А значит, город теперь сможет приступать к созданию дорожной инфраструктуры, чтобы жителям тех высоток было проще добираться до своих домов.